Две бронзовые скульптуры возвышаются в одном из залов Ульяновского областного художественного музея. Это уменьшенные реплики мраморных оригиналов. Мраморная парковая скульптура «Похищение Аритрии Бореем» находится в парке Тюильри в Париже. Ее выполнил француз Марси Гаспар в 17 веке. Он же делал бронзовые отливы. А вот оригинал скульптуры «Похищение Прозерпины Плутоном» был создан для Версаля, бывшей резиденции французских королей. Автор композиции – Жерардон Франсуа. Сохранилось всего три варианта точных бронзовых отливов скульптуры. Один находится в Пушкинском музее в Москве, второй хранится в Лондонском музее, а третий – в Ульяновске. Оба скульптора работали на короля Людовика XIV де Бурбона. Когда он создавал Версаль, большое внимание уделял парку, который украсил этими скульптурами. Особенность парковой скульптуры в том, что ее можно обойти со всех сторон, и везде она будет прекрасна. Бронзовые скульптуры поступили в Ульяновский музей из собрания Екатерины Максимилиановны Перси Френч, богатой симбирской помещицы, последней из рода Кендяковых. Она всю жизнь являлась британской подданной, поскольку ее отец был из богатого ирландского рода. Екатерина Максимилиановна частенько бывала за границей. Вполне возможно, эти скульптуры были куплены в один из визитов во Францию.